партийным действием является вопросом крестьянского языка. Естественно, с первым вопросом задается обыкновенно, что такое крестьянский язык. Естественно, что партийные товарищи рассказывали не раз, как все их спрашивают, что такое крестьян. На это мы отвечаем, крестьян — это такой крестьянин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет трудом, не пользуется ни в какой мере, никоим образом подать чужого труда, а работает сам, живет собственным трудом. Таких крестьян было меньше, чем 3000 капиталистов, потому что большинство принадлежало к совсем нуждающимся, только ничтожное большинство, как тогда, так и теперь, принадлежало к кулакам, к эксплуататорам, богатым крестьянам. Эти крестьян становятся больше после того, как отменена частная собственность на землю. И вот, со средним крестьянином советская власть твердо решила во что бы то ни стало установить отношения полного мира и согласия. Понятно, что средний крестьянин не может сразу встать на сторону крестьянства, потому что он твердо стоит на пути выгоды, осторожно относится ко всяким собственникам, проверяет сначала дело, практика и то, чтобы его помочь, и решает свою жизнь, пока не убедится в том, что это необходимо. Именно поэтому мы должны знать, что проводить рабочие коммунисты появляются в деревне, обязаны искать товарищей, отношения между крестьянами, обязаны устанавливать товарищеские отношения, обязаны помнить учащихся, которые не эксплуатируют чужого труда, если товарищ рабочего можно и должно найти добровольного, полного, полного доверия. На всякие меры, которые предлагают коммунистическую власть, надо смотреть таким образом, что это является советом, наконец-то крестьянину, предложением к нему, крестьянскому порядку, только совместной работы крестьянского крестьянина.
Canary Cricket, Sperlandev, the Hebsiaxos, as a Chumi, as a Nazi, her father. Sare, it was Zambahi, a Shuktan, Talin Zivit, the Mishuk Shigatoli, Sumuxis, Marin's Moschas, Parit, and Betty, Tetra de Melare, oh, Rastros, a popular Nazi, Sare. Axiom Sakhlo, a Gislan, Sina, Slepti, Axiom Yansa, Sakhlos, Vandi, Dagrivit, and he was famous, Sodan, Herli, Paratashus, Axis, Vaka, a popular, Yamida. Let's hope the secret is Sevian Gedas, O Tatu Hamensu, Shiro Taheda, to Sizaro Cheska, Chiran Pandem, Heavy, the Russia, the Ottawa, the Lurian, the World of Sunism, the Zwaro, the Zelda, Sikhizda, Raris, Vadis, the Kisberda, Rokas, the Safari, and Boston, Stamabe, the Grand Post, the Pomila, the Nazi Ramero, Achino, the Tatakhna, Sikhu, the Enemy, the Metala, the Poetry, the Similar is Heavy, the Tatuba. Oh, maravis opiscano.